На улице у нас парит. На сегодня обещали очень дождливую погоду, но у нас ВВ-выходной, поэтому мы собрались в зоопарк. Не знаю, насколько это правильное решение. Не могу сказать, что я иду без волнения, но с другой стороны, ну, находясь в Харькове, да, трудно сказать, что мы минимизировали риски. Поедем на машине. Я взяла пеленочку. Я ее заранее покормила. Вот я знаю по себе, много прошла. Так вот, надо плотно покушать, но много не пить, потому что тогда в желудке будет вот эта буль-буль-буль-буль-буль. Ее вырвало, вот как, когда мы к бабушке ездили, она много смеси съела. Может, из-за этого. Посмотрим. ВВ у нас забыл деньги, вернулся. Надеемся, нас нигде не отловят. Ну и в зоопарк мы попадем без дождя. И дай бог, будет тихо. Какая у нас аллейка. Мы зашли в сад Шевченко. Параллельно все убирают уже. Готовятся к настоящей весне. Сирень, аллея. Видите, все цветет. Все чистенько. Папа дарит, как всегда, сигареты и одуванчик. Ой, мы тебе другой купим. Мы сейчас идем в зоопарк. Непонятно что, то гремело... Гремело, но, скорее всего, похоже на гром. Смотрите, как красочно. Тем, кто скучает за таким Харьковом, в ленту вам настоящего. О, все чистенько. Да, все чистенько, надеюсь, все будет, дай бог, хорошо. Да. Вот видите, высаживают цветы, только высаживают, клумбы уже приготовлены. Но... Ну, высаживают цветы, только... Вот, готовятся. Да. Фонтаны, конечно, не работают. Еще блогер. Витя говорит, еще один блогер. А, он же такая снимает. Виктор Владимирович, как всегда, на заднем фоне. Давай, идем, идем, идем. Аня, тигр. Аня, мы к тиграм идем. Ань, пошли к тиграм. Она даже резиночку не снимает, когда я говорю к тиграм. Не знаю, что это за деревья, но очень красиво цветет. Аллейка прям такая. Но фонтаны не работают. Я думаю, они работать и не будут. Людей практически нет. Они уже сразу нравятся памятник с обезьянами. На обратном пути, если у нас будут силы, мы пойдем посмотрим, что за детская площадка. А там кто? Я вам всех жителей показывать не буду, потому что вы не все увидите. Да, 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 пошли. Вот там кто-то должен быть. Просто посмотрим, кого мы увидим. И будет ли ей интересно. Конечно, после реставрации вольеры выглядят очень хорошо. Но я так понимаю, все равно многих животных нет. Кто здесь? Вот здесь должны быть обезьянки. Макака японська. Вон макака японська. Ну щось ми жодної макаки. А, ні, бачимо. Не знаю, вам видно чи ні, он вдалині. Зараз Ані покажу. Лиска к нам подошла вообще. Давай, Анюта. Давай, 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 тут попробуй. А ну, потюмаем? Це три. Вот это да. Близко к нам подошла, да? Вот это да. А, ну скажи, было, конечно. Да, это вольеры для медведей, но мы медведей пока не видим, но территория огромная, поэтому, может, где-то и увидим, да. Ань, пойдем смотреть. Ну, Аня запала обезьянка. Еще мы енота вот здесь. Мы Ане обещали тигра, и он, тигр, спит. Ну, а кто это? Какой-то тигр. Это не тигр? Ну, Витя говорит, это не тигр. Ну, а кто это? Леопард. Ну, для Ани это тигр. А, ну, вот, смотри, тигр. Аня, тигра видишь? Так, так, дай ручки. Опа! Вот, смотри, свет. Вот, смотри. Ага, очень реально дойти до станции университета. Кто там? Гуси, вот смотри, гуси ходят. Смотри, а тут кто у нас? Ой, какой маленький. Смотри, малыш. Вот смотри, опа, спрятался.
Он мама ходит, видишь? И ребеночек маленький. Спрятался тигрик маленький. Меня везет, к нам все подходят. А здесь мама. Да. Малышек какой. Вот птички. Сейчас папа где-то там тигра увидел, да? Сейчас мы тигра найдем. Ну вот в настоящий момент написали, ударили авиабомбой по дергачам. Так что, а вон тигр загорает, смотрите. Спит, тигра спит. Прятаться все равно негде. Вон рысь, я не знаю, вам видно или нет, но мы сейчас идем в здание, потому что отдаленно где-то слышны взрывы, тревоги нет или тревога отрывая, но, по крайней мере, по громкоговорителю сказали, в случае тревоги просьба пожелания покинуть, то есть по факту сейчас тревоги нет. Ну, никто массово так не стал покидать зоопарк из людей, которые тут есть. Но Виктору Владимировичу вообще так вообще не по барабану. Ну, зоопарк, конечно, шикарный, но ему как для развития не хватает. Да, вон волки, два волка белых спят. Не хватает людей, знаете, вот как до военной тусовки. Где? Животные, в принципе, животные как в спячке все. Животные есть, но просто некоторые вольеры закрыты, некоторая территория ограждена, потому что, наверное, не работает. Сейчас в здание пойдем посмотрим, что тут. Мне как-то в здании всегда безопаснее. Нет, вон один сурикатик вылез. Вылез, знаю. Сейчас приведи ее, просто увижу. Свои. О, Виктор Владимирович, как всегда, на Ютубе скажет что-то умное. Пупурики, а что это? Здравствуйте. Пупурики выставил, да. Босс боссов, это самец. Да, пошли. Классно они, посмотри, какой все. Нас нашел друга себе. А, смотри, он танцует, или что он делает? Он танцует! Прощаемся, Виктор Владимирович увидел верблюда. Верблюда. О, мы сейчас близко-близко подойдем. Идем. Главное, чтобы он вас не плюнул близко-близко. Вот такой большой. Красивый. Ау. Сюда. Девочка, вот это девочка. Ох, их трое. А чьи они? И ворона четверть. Попу кому-то. Привет, четверть. Клюет. Верблюд один просто. На море представляет, или его жизнь замучила военная. Лежит себе, отдыхает. А вот тот злюка за это, за решеткой на меня так смотрит, он бы, если мог, наверное, в меня плюнул. А он сейчас плюнет. Смотри, как он зло на меня смотрит. Спит, лягла спать, да. Верблюдики какие, да? А ну вот так, вот так, вот так, видь, поверни. Анечка, где верблюд? Я с малышкой хочу оставить свое впечатление от зоопарка. Просто прекрасно. Да, он чистый, он уютный, он огромнейший. Но я вам честно скажу, может, если бы здесь было больше людей, было как-то атмосферней. То, что он располагается в центре города, это раз. Второе, то, что нет людей, ты ходишь как, не знаю, как по какой-то пустыне, где никого нет. Ну и три, то, что некоторых животных нет, где-то недостроено. Но если даже это все учитывать, то прийти погулять
Особенно если было не пасмурно, да, а хорошая класс. Погода, была бомба. Идем, идем, да. Особенно с ребеночком. Так, плюс надо, наверное, по времени угадывать, потому что мы сейчас попали, когда кормят некоторых животных, да, и у них обеденный сон. Ну, а ничего так, страшного. Обеденный. Да, так вообще шикарно. Плюс, если детки побольше, если сравнивать, например, мы были прошлой осенью и сейчас, то это море, небо и земля. Малой намного интересней. Да, тигров, обезьян, верблюдов, очень большие впечатления, да, яркие. А если деткам 5-6 лет уже, то вообще идеально. Мы увидели мышку, медведя, медведя. В лес пошел. Да. Только что ворону так гонял, так с ней игрался. Пошел опять, да? Чаще. Оно будет играться? Он за вороной бегает. Оно сейчас... Ну, скучно, видишь, его. А, да, опять их сейчас гонять будет. О, одну жертву нашел. Спортсмен. Справедливости отмечу, вот мы сейчас выходим уже, и ближе к обеду, и людей прибавляется, все попросыпались, очень много деток приводят, вариантов нет, к сожалению, такая жизнь. Сейчас попробуем попасть в кафе «Кристалл». Если честно, у меня, я была один раз здесь, впечатление не очень, но это было 100 лет назад. Сейчас посмотрим, что-то изменилось или нет. Ничего. Меню, вот, и цены, кто хочет, может на паузу посмотреть. Тортики, салаты есть, вон, оливье 90 гривен, телятина, яйце, картопля, соленый жульен с куркой и грибами. Ну, пицца в среднем 200-250, салаты є, омлети, сэндвичи вон є, боул. А сырники будем заказывать? Что? Не, сырники я не буду, я у супчик закажу. Он курка, та домашняя локшина, хай где будет. Сырники? А ось. Супчик где? Я. Або гарбузовый крем-суп вона буде їсти. Ну, домашний суп закажу і все. У нас тут друг прийшов в кафе. Вообще, конечно, в кафе кормить нельзя птичек, но ми кормим. Так. Смотри, как красиво, да? Выглядит знаменитый кристалл в рабочий день, в обеденное время. Столики на улице практически все заняты. Наш Вайвай, смотрите, убирает. Ну что, вам нужна девочка? Нет. Дайте мне кофе выпить. Без сахара. Там, наверное, сахар. А вон сахар для тебя, особенно в сахарнице. Так, мама сейчас упадет, мама. На, бери. До нас підійшло телебачення. Ми гуляли у саду Шевченка. Розмовляю українською мовою, тому що питання і відповіді були українською мовою. Ставили таке спірне питання стосовно, як я підтримую чи не підтримую думку стосовно того, що чоловіків за кордоном обмежили в консульських послугах. Так що я там відповідала, але дуже засоромилась. Але сказала те, що думала, правду. Сподобалось їм чи ні, вони навіть сказали, так що половину хабара просити обратно. Я говорю, ні, не просіть. От як-то отак. Знаменитая сумская.